В исторической части Самары проходит заключительный этап монтажа тоннеля проходческого комплекса протяженностью 88 метров. Далее продолжится настройка оборудования, чтобы в начале апреля была техническая возможность пуска щита. Он пробурит тоннель метро от улицы Галактионовская в сторону направления станции Алабинская. Но только к середине апреля планируется получить разрешение, которое позволит завершить официальную процедуру пуска наладки комплекса. Перед стартом проходки объект будет зарегистрирован в Ростехнадзоре. Строительство новой станции метро «Театральная» на непрерывном контроле как со стороны профильного регионального министерства и его подведомственного учреждения, заказчика строительства, так и со стороны администрации Самары. Продолжают работать и в другой зоне метростроя, на перекрестке улиц Полевой и Новосадовой. Здесь разрабатывают стартовый котлован. Ориентировочно к 10 апреля грузоподъемный автокран, который из Галактионовской временно перебазировали в Москву, вновь вернется в Самару для дальнейшего монтажа второго тоннелепроходческого комплекса. После сборки, пуска наладки и получения разрешения этот комплекс будет двигаться в обратном направлении – от Полевой Новосадовой в центр города. За месяц установка будет преодолевать 200-250 метров. С открытием новой станции, которая свяжет удаленные районы Самары с историческим центром, появятся возможности для дальнейшего усовершенствования транспортной инфраструктуры региональной столицы и повышения ее инвестиционной привлекательности. Это здорово в нашем городе, вот это вот открытие этой станции, наверное, очень ожидаемо, потому что на самом деле из периферии все действительно легко станут приезжать в центр города, на площадь, на наш, наверное, главный театр, театр оперы и балета. Но также хочу сказать, в наш дом культуры «Заря» благодаря метро легко попадают люди. И сейчас уже к нам с Алабинской, а это будет еще универсальнее, то есть от театра оперы и балета будут попадать к нам ребята. Это, ну, это здорово, и то, что такое название театральное, мне кажется, Самара вообще театральный город.